забрали принцессу Милану, да? Майкл. Видите, он уже... Майкл. Он уже не первый раз. Где этот он? Вот он маленький. Пойдемте, да? Кстати, мы уже домой его забрали. Он уже привык к нашему дому. Да, привык. Вот сейчас на прививочку повезем его, да? И сегодня Даша Жукина на день рождения. Да, вечером Милана еще пойдет на день рождения к Даше, да? Да. Кто это скулит, Милана или он? Он? Нет, я. Доча, не надо. Непонятно, кто скулит. Это он? Да. Ну, он, я говорю, что скулит. Это что скулит? Не знаю, что он скулит. Привык же уже. Либо и за первый раз. Конечно, первый раз же. Не понимает, куда везут. Сейчас еще иголочкой тыкнут. Я первый раз в одних колготках. Да, у нас тепло. Сегодня мы Майку не смогли поставить прививку, в конце концов, потому что ему оказалось еще не 3 месяца. Вы знаете, сколько дней? 5 и 2. Да. У Миланы день рождения через 7 дней, будет через 8. И мы пошли к Даше на день рождения, да, собрались наши подарочки. Давай покажем, что за подарочки ты купил, покажи, а то не успели. Вот здесь заколочки такие. Ну, давай вот сюда на солнышко выйдем на свет, и ты покажем, да? Я ж такие резиночки схватила. Ну, давай, показывай. Открывать? Да. А Милана, смотри-ка, ты неправильно засунула туда. Ну, ладно, резиночки сейчас покажем, возьми, второй набор покажи, я все равно буду поправлять. Набор, который делать мило. Помните, как мы снимали? Духи делать, да? Вон такой набор. Это мыло делать. Угу. Ребята, смотрите, какой набор. Покажи на солнце свет. Не отстегивай их. Вот такие-то много-много заколочек. Я такие же хочу. И резиночек. Мы Милане пообещали такой тоже купить на день рождения, да? Да. Главное, почему я вот так сделала? Не знаю даже, что говорить. Почему? Ну, вот мы сегодня едем к Даше на день рождения. Да? Да? Вот здесь, да? Видишь, ага, хорошо. Красиво там? Ой, красиво, да, так? Давай. Развивайся. Ну, Даша. Даша, привет. Да, сейчас она. Даша, Настя, Милана, Юля и Ира. Да, и Ира. А вы куда сказали нам вешать? Да, вот на эту? Вешать, да, вот на эту, лучше на эту вешать. Слушайте, да, скажите, у вас мало туристов, если не мало. Потому что у нас снега. 5 и 2 еще. К моему рождению. А вы фоточку взяли? Да. Так, я тебя поправлю? Даша, что стоишь? Сфоткаю тебя сейчас. Сейчас я тебя сфоткаю, так. Дети играют. Да. А что без нас? Что без вас? Там другие, наверное, дети. У нас все будет там в стиле лол. А не вот какие-то единорожки, будут ростовые куклы, там вот это все. Да. Да, молчишь, ничего не говоришь. А вот это сколько дней можно сделать? Нет, Таня, я просто спрашиваю, что делать? Я говорю, ничего не делаем. И молчит. Я просто думаю... Нет, я тебе сказала, обязательно в этом плане. Вы даже не это... То есть мы без этого... Если я уже даю тебе без проблем, как... Хотели ее не вести, а что-то думаем, как не вести, чтобы поздравили ее, там, подарок. Вы куда, девочки? Алло.